В связи с низкой температурой воздуха полицейские рекомендуют водителям с небольшим стажем, а также водителям автотранспортных средств с дизельным двигателем быть внимательнее на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок. Если поездку нельзя отложить, то перед тем, как отправиться в путь, водителю следует обязательно проверить техническое состояние транспортного средства, в том числе наличие различных жидкостей – масла, тормозной жидкости, жидкости для омывателя, давление в шинах, ремни газораспределительного механизма и, конечно, работоспособность обогревателя. Также необходимо дополнительно к аптечке, огнетушителю, знаку аварийной остановки, баллонному ключу, запасному колесу и домкрату взять с собой заряженный мобильный телефон, сменный комплект теплой одежды, дополнительный запас продовольствия и горючего, фонарь в батарейках, провод прикуривания, небольшую лопату и буксировочный трос, а также средства для разведения костра. Для большей безопасности необходимо сообщать о маршрутах поездки своим родственникам. В случае нештатной ситуации следует незамедлительно звонить в единую службу спасения по номеру 112 или в полицию 02, для того чтобы сотрудники госавтоинспекции могли в максимально короткое время прибыть на место для оказания вам своевременной помощи.